петрушки нежный аромат высевают на открытом грунте ранней весной, в марте-апреле. Очень желательно для них выбрать теплое место без тени. Через от 15 до 20 дней при условии достаточного полива и отсутствия сильных холодов появятся первые всходы. Зелень можно собирать с мая по октябрь. У этой культуры очень тонкий, нежный и приятный аромат, который станет отличным дополнением любого блюда. Также зеленую массу используют в кулинарии в сушеном и замороженном виде. Отличие сорта семян петрушки нежный аромат является ее насыщенность витаминами, минералами и микроэлементами. Петрушка листовая нежный аромат — это травянистые,